Так, погода начинала портиться. Мы отправили первых добровольцев, не зная исхода этой авантюры. В случае успеха переправы условили, что они должны дать зеленую ракету. В противном случае, по возможности, красную. А вам развлекуха. Идущим на смерть полагается 100 грамм. Я требую свои 100 грамм. И багульника! Две спереди, один сзади, с щитом. Два задня, один спереди. Да. Слушай, а что вы здесь меня оставили? Пробуйте. Нифига. Это чалка наша. Ну смотри, сейчас ты изначально. Так, где мое место? Торжественная передача шестая. Лопат. Наверх, вы. Хотел ты туда, на нож. Есть. Вот Пашка грибки. Наверх, вы. На, лопат, я крайне оборону побежали. Да, бой. Да. Без суеты не надо, не надо, не надо так. Ты неприятный. Нет. Давай, не надо. Блять. Перекрутка. Паш, отрывай. Слушай, не надо. Хотя, иди сюда. Есть сюда. Есть, стой. Стой. Они уплыли, но обещали вернуться за следующими. Мы вглядывались в противоположный берег, выглядывая посланную ракету, но не увидели ничего. Волнения усиливались. Неужели что-то случилось? Или переправившись, они не имеют возможности вернуться на плоту и сообщить нам об этом? Ну вот из-за острова показался наш плот. Правда, почему-то он выглядел пустым. Но тут выяснилось, что плот просто был неуправляемый, глубина фарватера оказалась слишком большой для отталкивания шестом, и Кузьмичу пришлось раздеться и толкать плот перед собой обратно до нас. Благо вода, на удивление, была очень теплая. Там наш лоцман. Поскольку он знает все переходы, туда-обратно будет возить только он. Покажите лоцман.
Переправа удается, хотя и очень тяжело. Во второй партии легче идти, маршрут проложен. По-моему, у вас была небольшая паника. Где? Ну, все-таки вот трое максимум. С рюкзаками больше не выведешь. Давай. Толкайся. Нет, проще в берега. Северная мир. Ага, давай. Дрын не забудь. Не забыла. Я не трус, но я боюсь. Так, значит, главное рюкзаки не жмать. Подожди. Томи, красавица! Пожрели проклятых озер! Ну, господа! Миша, куда же так разворачивается? Не, я могу помахать. Сань! Сань! Саня! Сань, вот на тот край, Сань! Да, вы все стоите на одном краю. Носом в ту сторону. Дай лучше присядь. Ну, поехали. Там что за 5 минут? Там спирт остался? Есть немножко. Отдай. Неплохая бутылка рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо. Вот дрын так дрын. Душевный. Наш костер. Это, так сказать, наш шкипер. Меня вы уже видели. А пришли мы вот оттуда, с финской линии обороны, на нашем маленьком-маленьком плотике. А Кузьмич, как Харон, пошел гнать плот обратно. А! Восемь хвосток тень побегов, сам себя боюсь. А, ну иди, а, возьми меня, вон я. Еще раз. Она черная скамья, на скамье посадима. А-да-да-да-да-да-да. И какой-то жиган. А-а-а. Восемь ходок, семь подделок, сам себя боюсь. А-да-да-да. Смотри, желтого цвета должна быть. Полиэтилен отдайте. Нет. Ну сильней. Фай, фай. Работай, работай. Все, давай, теперь подруливай, мальца. Еще подруливай. Да. Расворачиваем суденочко. Еще подруливай. Сошли. Еще подруливай. Здесь подруливать. Хальт. Яол. Принимай на суме, красавица. В озарелье прозрачных озер. И граничный скупой кругозор. Принимай на суме, красавица. Народ ломится по озеру. Тут радостная девушка.
переправа, переправа, берег левый, берег правый. Сколько углов развивает это? Что могло случиться? Абсолютно все. Вон они, смотри, показались. Именно с этих пор? Ну вот и последний рейс. Блин. Слышь, это, лопаткой гребни, чтобы мы развернулись. Да. Ну, доплывем. Самое основное, это вот между вот этим и вот островком и тем. Понял. Слушай, что-то плод пошел ко дну, да? Тебе так не кажется? Да. Может, по одному завернуть? Нет, вот метров не пробудет. Еще что? Так, теперь можно обычно идти, нормально. Сам? За снятом подкоса кудрявится пограничный твой кругозор. Принимай нас, о, микросавица, в ожерелье прозрачный котёр. До берега остаются считанные метры. Там ждет нас костер и горячий чай. Конструкция удалась. Плот не подвел, не рассыпался на переправе. Вода потяжелела. Не надо было писать туда. Прекрасно, прекрасно. Твой мальчик не делает в успехе. Прекрасно, просто прекрасно. Принимай нас, свой красавец. Здесь. О, все потонули. О, а вот и дрова приехали.
Да, чё мы будем пилить? Давай. Нормально, ползите быстрее. Да. Пока нормально. Да. Это специально что делали. Слушай, да лучше я сниму, у тебя камера трясёт. Как там тяжело из-за меня. Саша, вот ты похуй. А покажи, пыль воды с этой, с бахи. Сейчас, Дим. Дим. Пыль воды с этой, с бахи. Сейчас, Дим. Дим.